состава. Сегодня пятница, написано каждую пятницу на сайте горисполкома. Каждую пятницу с 14 до 19 на улице Сковороды 1/3, общежитие номер 1 Полтавской аграрной академии. На первом этаже принимает депутат городского совета Александр Глазов. Сейчас зайдем, посмотрим, принимает ли он. Сміття, яке накопичилось, сміття багато, що там повна антисанітарія. Добрий день. Это первое общежитие? Да. Скажите, в каком кабинете принимает Александр Глазов, депутат городского совета? В самом кабинете его. А он закрытый, да? Не знаю, он закрытый. Это вот этот кабинет, да? Не-не-не. А тут что у нас закрыто? А тут вход и с улицы есть вот это? Да, ну тільки це ж як він приймає. Тогда открыто, да? Ага, понял, спасибо большое. Нигде ничего не написано, да? Спасибо. Ну, говорят, недавно был, но был и есть. Это разные вещи. Итак, мы не нашли опять депутата. Итак, к сожалению, из 5 депутатов, которых мы посетили на этой неделе, сегодня пятница, 2 мы нашли, которые работают, 3 не работают. 3-2 в пользу неработающих и не ждущих своих избирателей. Жаль.